Хотя нефть несколько и подросла, в стоимости принципиально ничего не поменялось. Черное золото продолжает торговаться в своеобразном коридоре. Возможно, что сегодняшние данные по запасам сырой нефти в Соединенных Штатах смогут как-то изменить ситуацию. Тем более, что новый пакет санкций в отношении Российской Федерации, скорее всего, будет включать в себя... Лишь ужесточение в плане поставок энергоносителей, и если на фоне этих предположений запасы нефти еще и сократятся что вполне возможно, то черное золото получит новый шанс подрасти до отметки 80 долларов за баррель. Однако пока мы видим на графике, как фьючерсы на нефть марки Brent замедлили свое снижение в районе уровня в 73,5 доллара за баррель, относительно которого произошел небольшой откат вверх. Несмотря на это ценовое изменение и фундаментальные ожидания, с технической точки зрения аналитики видят, как на рынке все еще присутствует нисходящий настрой. И согласно техническому анализу, удержание котировки ниже значения в 73,5 доллара может привести к дальнейшему снижению цены ниже уровня 70 долларов за баррель. В противном случае возможна переменная болтанка. Некий коридор врисовывается и по золоту. Его границы можно очертить от уровня в 2000 до 2020 долларов за тройскую унцию. Котировка уже в третий раз приблизилась к уровню в 2000 долларов, что свидетельствует о сильном желании продавцов преодолеть это значение. Однако полноценный сигнал о пробое будет получен только при удержании котировки ниже вот этого контрольного уровня в 2000 долларов. И должно это происходить в течение дневного периода. А до этого момента все еще остается возможность отскока цены вверх. Будущие антироссийские санкции также имеют значение и для желтого металла. Дальнейший рост санкционного давления неизбежно приведет к росту глобальной напряженности, что спровоцирует еще одну волну бегства от риска. Так что интерес к золоту еще может значительно вырасти, но решение по санкциям будет принято лишь в эти выходные, так что до начала следующей недели золото, скорее всего, будет сохранять относительную стабильность вблизи текущих значений. А как в таких условиях чувствует себя рубль? После довольно внушительного укрепления российская валюта так и не может найти равновесие. Наблюдаемое в последнее время ослабление уже трудно назвать техническим отскоком, так как масштабы несколько больше, нежели при э, как не нежели это обычно бывает при коррекции. Вполне возможно, инвесторов беспокоят слухи относительно очередного пакета санкций в отношении Российской Федерации, что и становится причиной несколько более внушительного ослабления рубля. И, скорее всего, данная тенденция сохранится так же, как и по золоту до конца текущей недели, так что аналитики не исключают, по крайней мере, временного возврата к отметке 82 рубля за доллар. Устойчивое удержание котировки выше уровня 80 рублей предполагает возможность последующего роста в направлении недавнего локального максимума. Но следует отметить, что со временем возникнет технический сигнал о перекупленности доллара в краткосрочных временных периодах, и это может привести к застою, либо же к откату графика вниз в пользу рубля. А на этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!